Вот снимаю этот котел в баню из нержавейки. Дно пятерка, бока четверка, труба на 160, десятка. Все полностью нержавейка. Все до единого. Варю я японскими электродами. Ну, сейчас я покажу их. Снимаю вон эти. Вот. Просто небольшой котел. 60 сантиметров на 50 сантиметров, а высотой 46, да? 46 где-то. Вот такой котел получается из нержавейки. Из русской, не китайской. Вон шов мог снять, что получается. Это японские электроды. Варю я. Пачка, вот электроды японские. Во. Они, правда, не по нержавейке, но нержавейку варят. Полностью варят нормально. Шов игру, вон, нержавейки. Получается шов какой. Это, вот этими электродами я варю. Так что вот. Да, это японский. Тут даже где-то написано Yamada in Япония. Не знаю где, но где-то что-то было. Неважно. Вот и полностью из нержавейки все это. Швы вот тут тоже такие получаются. Правда, я не специалист, но он тоже на трубе сваривал, соединял. Это тоже нержавейка все полностью. Тут даже какой-то номер вон есть на трубе. Не знаю, что там написано. Какая-то марка. Да, неплохо видно. Неважно. Тут заслонка у меня будет закрываться, открываться. Ну, короче, все. Вот такая штука.